преступник, и то ради его сказали, убежал один преступник, люди, будьте осторожны. Однако рано утром он опять в тюрьму вернулся, и пришли корреспонденты, стали задавать вопросы. И спросили удивленные, почему опять вернулись, попрощались со свободой, а преступник отвечает. Это все я целый вечер, также после полуночи, утром я домой вернулся, а жена меня спросила. Где ты сжался целый вечер, так же после полуночи, ведь по радио сказали, что сбежал ты 5:30.